Вот мы в Лукашовке. Вот. Вот здесь последний бой приняли мои сыновья. Вот здесь был Леонид, вот здесь был Роман. Вот мы поставили крест. Я надеюсь, что в скором времени мы здесь возведем побольше крест, посерьезнее. Вот мы находим здесь гильзы, разбитые магазины. Много. То есть вот даже ОЗРГМ от гранаты. То есть хлопцы мои вели, дрались до последнего. Кроме того, знаю 100%, что они подожгли БМП большевиков. Вероятнее всего, еще танк подожгли. Поэтому они умерли геройски. Землю мы, значит, сверху, которая была пропитана кровью, мы все собрали, забираем с собой в Калуш. Вот. И кровь ваша, мои дорогие любимые дети, она пролита не напрасно. Потому что это будет все залогом нашей будущей победы. И победы и восстания внутри самой РФ. Я все-таки думаю и надеюсь, то, что совесть проснется у этих мужиков, которые называют себя русскими, там бороды даже носят некоторые, чтобы все-таки они сделали мужские поступки и восстали. Вот. Ну, что тут еще можно сказать? Что больно, больно и страшно, и не приведи Господи кому-то вот так вот видеть в таком виде своих сыновей убитыми, молодых парней, которые, которым еще жить и жить. Но борьба продолжается, и слава грядущей победе. Аминь.